Бавибграна вип не бан, фэны трансформеров. Говорит, показывает Москва, с вами Андрей. И сегодня очередной результат очередного трехрендинга. Очень неожиданного для меня. То есть перед вами три экземпляра линейки Fall of Cybertron Generations 2013 год. То есть этим ребятам уже по 7 годиков исполнилось. Вот, совершенно случайно получилось у меня их купить. Зашел в магазин, смотрю, цена какая-то подозрительная. То есть предполагаю, что когда магазин очередной раз переоценивал свой товар, здесь какая-то ошибка была или еще что-то. Ну, грубо говоря, рядом были эти же боты, да, этого же класса, этой же серии, но другие персонажи. Соответственно, там каждый уже шел как по цене, как за трех за этих вместе взятых. Вот. Поэтому я не терял время и заказал. Вот сегодня посылочка ко мне пришла. Так что ж, вот у нас три бота. Ультра Магнус, делюкс класса, Старскрим и Сайдсвайп. Два автобота, один Десептикон. Очень повезло, всех троих у меня в коллекции не хватало. Вот, поэтому сегодня у меня заполнилось несколько пробелов в коллекции. Это еще тот самый хороший пластик АБС. Вот. Фигурки в основном можно купить уже БУ с рук. Ну, в данном случае мне повезло, я приобрел в запечатанном виде. Коробки столь уже старые, да, что там, видимо, клей отсох, и видно, что магазин приклеил их, прикрепил степлером по периметру. Я подумал, может быть, скрывалось. Нет, все три именно так закреплены. Инструкция внутри, все аксессуары на месте. И прям подряд идет первая тут волна, видимо. 10, 11 и 12 номер. Вот, 13 год. 2013 год. Здесь у нас выбиты циферки. То есть это никакой не бут, ничего. Блистер уже начал немного желтеть. Ну, я уже в коробку, конечно, не собираю. Тема хорошо, не надо даже отрезать. Просто открепляю скрепки. Бабл на выброс. А боксарт сохраню. Зацените, какой лайт пайпинг шикарный. Вот. Ну, эти фигурки, естественно, у многих есть в коллекции. Но мне повезло. Теперь у меня тоже. Давайте посмотрим сайт свайпа. С этим уберганом. Очень круто. Бокс арт. Классный. Вот, как правило, такую фигурку, да, БУ берешь, она вся в основном разболтана. Частенько бывает. Вот. Поэтому всегда приятно приобрести такую вещь, так сказать, mint in box. Transformers.com. Был такой сайтик, сейчас, по-моему, его уже нет. Так, а на скриме? На скриме? Да, тут все идентично. Collectors Club был тоже. Сайт такой, сейчас он не функционирует. Transformersclub.com. Можно было по номеру даже что-то там проверять. Короче говоря, здорово. Ну и Ультра Магнус. Тоже всю эту фигурку хотел приобрести. Что-то никак не получалось у меня. И тут раз, получается, запечатки. Замечательно. Плюс лично мне вот нравится мой любимый стиль покраски. Это именно синий-белый и с вкраплением красного. То есть вообще в свое время так красилась моя любимая Валькирия из сериала «Макрос». Он же известный у нас в стране как Роботек.
И там в таком стиле окраса бело-синий была Валькирия VF1A, который управлял Макс Genius. С тех пор мне вот именно такие цвета очень нравятся. Ну, собственно, все. Вот такой сегодня был у меня трейхантинг. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.